Что-нибудь новенькое. Чтобы придумать что-то новенькое, надо хорошенько отдохнуть. Все верно. В творчестве это называется наполнить колодец вдохновения. Может, заодно и бассейн наполним. О! Ола, амигос! Привет, Марина! Ого, где это ты? И откуда у тебя снег? Так я же в южном полушарии, в Патагонии. У нас тут сейчас зима. Подозрительно. Ничего подозрительного. Из-за наклона земной оси, когда у нас лето, в Патагонии зима. Скоро пойду любить снежную крепость со своими новыми друзьями. А вы что делаете? Ждем, когда наполнится мой колодец вдохновения, чтобы сделать что-нибудь эдакое. Чтобы это произошло, надо отвлечься. Я, например, просто играю в снежки. О, я бы тоже поиграл, если бы не наклон оси. Все преграды только в наших головах. Если сильно чего-то захотеть, это можно осуществить. Играют же в хоккей на траве. Мария, ведь это идея. Давайте проведем летнюю олимпиаду по зимним видам спорта. Первую в мире. По зимним видам спорта? Летом? Это невозможно. Если сильно захотеть, все получится. О, я должна это увидеть. Все готовы? Начинаем церемонию открытия. Да здравствуют первые летние Олимпийские игры по зимним видам спорта! Ура! 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 Ник выходит на финишную прямую! Геймер мчится след! Ух ты, как ускорилась Ро! Она вырывается вперед! Снова Ник! Геймер, тройной финиш! У нас три победителя, друзья! Мощный замах плата! Бросок! Снова вылево! Ник! Вот эта скорость! Вот эта меткость! Лыжные гонки! Биатлон! Теперь еще шорт-трек! Что будет дальше? Моей палитры не хватает, чтобы описать этот восторг. Что скажут судьи? Отлично! Теперь мама будет довольна. А горные лыжи будут? Мари, это идея. На старт! Внимание! Бдись! Поехали! Пока все хорошо, но... Что это? Так. Трамплин! А? Так. А. Ура! Ура! Вот и подошла к концу наша первая в мире летняя олимпиада по зимним видам спорта. Мари, ты была права. Нет ничего невозможного. Да, поэтому я и решила провести здесь первую в мире
зимнюю олимпиаду по летним видам спорта. Ура! Ваша олимпиада просто огонь! Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Большую часть земного шара занимают бесплодные пустыни. Осадки там выпадают неравномерно в течение года. Есть пустыни, где дожди бывают даже не каждый год. Они тянутся с севера на юг на многие сотни километров. Самая большая ценность в пустыне – вода. О, вода! Я все понял. Лада, нам нужна вода. Много воды! Турбо, у нас есть вода. В нашем бассейне очень много воды. Это не такая вода. В бассейне давно уже нагрелась. А нам нужна студеная ледяная. Я читал, что источники находятся глубоко под землей. Книжки для слабаков. Сами найдем. И ты никому не говори. Это будет сюрприз. Ну вот, отличное место. Мы будем строить колодец? Тогда нам понадобятся бревна и еще веревка. Ты об этом не переживай. Ты это, пока начинай, а я все найду. Ага. Так, пора принимать работу, а то я так скоро расплавлюсь от жары. Ого! У меня уже сил нет. Почему колодец есть, а воды все нет? Колодец – это прошлый век. У меня новая идея. Нам нужна скважина. Да это ж просто супер трубы! Как раз подойдут для скважины! А нас не задугают? И как мы их будем в землю вбивать? Нам нужен большой молоток. С молотком любой сможет! Ты смотри, как надо! Неожиданно! Нам нужен другой способ. Что это? Это специальный прибор для поиска воды. О, это как? Смотри, не шевелится? Нет. Значит, тут воды нет. Ого! Ничего себе техника дошла! Пойдем искать скорее! Что тут? Вы чего не спите, а? Тихо! Мы это, сюрприз, понятно? Ага, понятно. Тогда я с вами. Ой, там кто-то есть. Да нет там никого. Я, конечно, не боюсь, но мне очень страшно. Ура, зашевелилась! Вода! Мы нашли воду! Нет, вот мы молодцы, а! А как нас потом хвалить все будут? Бассейн ключевой водой наполним. Ребята! Фонтан сделаем! Что-то застряло. Давай я помогу. Давайте все вместе. Давай. Ой-ой-ой. Я думаю, мне так кажется, что лучше сейчас. Нечего тут думать. Бежим, бежим, быстрее. Ого, сколько воды. Я хотел фонтан поменьше. Эх, надо было книжки читать. Вот это сюрприз. Нас всех наказали, а папа чинил площадку. Да, сидим без воды, как в пустыне. Не умыться, не искупаться. А я был готов сквозь землю провалиться, когда пришли рабочие чинить трубу и стали нас ругать. Да я ж не знал, что там водопровод. Зато теперь знаю, потому что ученые книги читают. Ага. А в той книге случайно не написано, как жить без воды? Не, но можно дождаться дождя. Зато в них написано, чтобы полететь на воздушном шаре, нужен газ. Вы не знаете, у нас есть газ? Нет!
Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Так, так, ага. Объезжаем. Йоху! Ну-ка, как он идет? Отлично! Почти закончил уровень. А теперь через пропасть и... Сынок! Мама! Ну где ты? Уже иду! Я быстро! Чуть тренажер не сломал. Сюрприз! Твой велик снова в строю. Вот повезло. Теперь мы снова можем поехать кататься вместе. Как вам идея? Отличная. Только в этот раз чур не падать. И в мыслях не было. Вот только мне надо домашку доделать. Давай тогда через час. А мы успеем в магазин забежать. Хорошо. Покатаемся. Здорово. Просто супер. Блин! Ура, ура, ура! Починили! Здорово! Покатаемся! Велик! Ник, ты что, не рад? Рад, просто мне бы еще на тренажере потренироваться. У меня там еще сложный режим не отработан, а после прошлого падения... Падений бояться? На велосипеде не кататься. Не волнуйся, Ник. Сейчас вместе обкатаем твои режимы. Ты думаешь? Я сейчас упаду! Держи равновесие. Смотри вперед. Какая же эта штука неустойчивая! Давай! Осторожно! Молодец! Ник, ты как? Все, хватит с меня велосипеда. Ник, не сдавайся. Твой страх в голове. Чуть велосипед не сломал. Что? Чуть тренажер не сломал. Ой. Есть идея. Что же делать, Ват? Сказать родителям, что мне не нравится с ними кататься? Ну-ну, хватит. Ник, вот ты где. Нет, Ро, не полезу я на этот ваш велосипед. И не надо. Просто мы в прошлый раз на тренажере уровень не закончили. У тебя еще сложный режим остался. Ну, ладно. Все-таки это не настоящий велик. Я готов. Включаю сложный режим. Поехали. Ага. Так, кочки пошли. Поворот. Теперь зигзаг. Ага. Мост над пропастью. Поворачиваем. Трамплин. Йоху! И эффектное приземление. Хоба! Молодец! Да ладно вам. Это всего лишь тренажер. Ой. Я что, ехал по-настоящему? Не благодари. Ну что, сынок, готов? На все 100. Тогда вперед! Удачи! Не сломай велосипед! Чур, я первый на тренажере. Нет, я первый. Да мне бы так порвались! Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.
ребята, круто получилось, да? Круто. Такая классная штука! А что это? Я забыл. Это кристаллическая решетка. Из таких соединений состоят все кристаллы и металл. Она прямо такая, какой я ее себе представлял, только в несколько миллионов раз меньше. А еще она станет украшением школьного научного фестиваля. А пока мы с ней поиграем. Ура! Осторожнее с научным объектом! Ребята! Ник, у нас проблема. Объект кристаллическая решетка обладает слишком большим весом. Как мы доставим ее в школу? Не переживай, Ро, я помогу. Да, мегатон был создан, чтобы помогать мне в тяжелом научном труде. Эх, сегодня отличный денек, чтобы позаниматься на свежем воздухе. Что думаете, ребята? А я думаю, что здесь я смогу закладывать супер-повороты! А я могу сделать звук погромче. Ну, или нет. А я скажу, что свежий воздух стимулирует работу мозга. Тогда единогласно. Открываю сезон учебы и опытов на свежем воздухе. Это сложнее, чем босс на 10-м уровне. Так, еще чуть-чуть, еще, чуть-чуть, давай. Почему мы такие маленькие, когда все вокруг такое тяжелое? Вы правы, наука – тяжелое занятие. Но у меня есть идея, кто нам поможет. Мегатон. Иду. Поможешь нам с вещами, силач? Конечно, Ник. Я смогу. О, Мегатон, какой ты сильный. Так и должно быть. Что? Нет, осторожней. Мегатон, это школьные книги. Спокойно. Ой, аккуратно. Тихонечко. Вот это да. Что же мне теперь с этим делать? Спроси у того, кто все ломает. Вот и не буду больше вам помогать. Но Мегатон же не нарочно. Ой, а где он? Мегатон, вот ты где. Пойдем, ты нам нужен. Я не пойду. Я все только ломаю. И то правда. Это потому, что ты не знаешь принципы приложения силы к точке. Плата хочет сказать, что мы поможем тебе научиться управлять своей силой. Вот так Мегатон присоединился к нашей команде. И теперь я не знаю более сильного и аккуратного робота, чем он. Спасибо! Я делаю зарядку. Ой, идем, да? Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Ва, дружище! О,
И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Ага. И раз, и два, и три, и... Готово! Отлично поработали, друзья. Я так не уставал, даже когда бился с финальным боссом 37 уровня. Геймер, ну ты даешь. О, а почему ты не пришел на зарядку, Ник? У меня есть дело поважнее. Нельзя пропускать тренировки. Если не сдашь зачет по физкультуре, тебя не возьмут в лагерь. Спокойно, я уже все придумал. Вот, смотрите, я назвал это изобретение «Железный Ник». Он дает плюс 20 к скорости, плюс 35 к выносливости и плюс 100 к общей крутости. Ого! Я смогу бегать быстрее, прыгать выше и сильнее удивить всех в лагере. О, Ник, а можно мне такой же? Как-то это нечестно. Да никто не заметит. Лучше я пойду потренируюсь, как настоящий спортсмен, хоть и робот. Мегатон прав, Ник. Изобретение интересное, но оно не сделает тебя сильным по-настоящему. Готовы? И на старт! Смотрите все! Марш! Оп! Оп! Конечно, все в порядке. Это же моя новейшая разработка. Сейчас подкручу кое-что, и будет супер. Вот это скорость! Что ж, вызов принят. Подожди меня, дружище! Кажется, у Ника беда. Ему надо помочь. Все под контролем! А мне что-то так не кажется. Сдаюсь, он слишком быстрый. Ладно, помощь не помешает. Давайте, ребята, ловите его. Не уйдет! Ловлю. Я здесь. Держу. Что? Эрсим, что ты делаешь? Я на 100 лет вперед назанимался. Ну все, больше никакого искусственного усиления силы. Раз, два, три, четыре. Ник, ты пришел на зарядку? Ага, я все просчитал и пришел к выводу, что ежедневная зарядка – лучший путь к силе и выносливости. А ну, не зевать, всем смотриться! Давайте начинать! Зачет по физкультуре сам себя не сдаст. Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии. Правее! Чуточку левее! И капельку правее! Идеально! Молодцы, ребята! После школы запустим спутник с новой миссией. Нас ждут новые данные! Ура! Новые космические экспедиции! Это так волнующе! Вот я и волнуюсь. Запуск же не отменится. Да, ожидание — это так скучно. Ответ
Все хорошо. По всем приметам, сегодня идеальный день для запуска. Ура! Мы не запускали спутник с его прошлого возвращения. Ой-ой, ребята. Ой, ребята, осторожнее. Простите. Простите, мы не специально. Конечно. Мы сегодня запускаем спутник. Кия, кия, кия. Вот это да. Кия. Удачи. Ой, разбилась. Ну все, плохой знак. Ждем неудачу. Примета неудачи. Да ладно, скажешь тоже. Список неудач. 100 штук. На первом месте... О, разбить предмет. Нет, это же не научно. Но почему тогда... Ой-ой-ой-ой-ой. Плата, ты в порядке? Даро, спасибо. Просто у меня сегодня все валится из рук. Примета неудачи номер 10. Это как? Неудачи. Пойдем, я тебе все покажу. Что же делать? Что же делать? Ребята, я нашел! От неудачи помогают талисманы. Бросить соль через плечо. Постучать по дереву, покричать в окно. Сегодня мы обнаружили 48 примет неудач из 100. 49! В тюбике с красной краской оказалась ализариновая! А может, тебе тоже нужен талисман? Да, отпугнуть неудачу! Ребята, боюсь, эти приметы говорят, что нас ждет неудача с запуском спутника. Катастрофа. Ребята, я вернулся. Можно начинать. Скорее! Брось соль через плечо. Положи монетку в ботинок. Постучи по дереву. Покричи в окно. Бедный спутник. Спокойно. Расскажите, что случилось. Приметы неудач. Ник. Ребят, да вы чего? Какие приметы неудач? Это же не научно. Все за мной! Но как же статистика? Что ж, тогда подойдите поближе. Я покажу вам, как сделать удачу. Смотрите. Видите, какое сегодня яркое солнце? Это к удаче. И роза расцвела. Точно к удаче. И... Да... Мамин фирменный пирог. День явно будет удачным. Так значит, удачу мы создаем себе сами? Конечно. К пуску готовы, Ник. Ой, а это что такое? А, это я нарисовал. На удачу. Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.